Ой, ебать. Погодите, у меня психи за окном. А, школьники гуляют, блять. Бедолаги, нахуй. Тимур, завтра в школу, ты прикинь, я вообще в ахуе. А, стоп, тебе в школу. Сочувствую, ебать. Я-то, бля, студент. Ну как студент? Ну такой студент с приколом, который, ну, не появляется в университете. Ой, блять, я испугался. 200 рублей. Самые страшные 200 рублей в моей жизни. Ай, иди нахуй! Со своим ультразвуком, сын шлюхи, блядь. Чё так громко, нахуй? Это чтобы вы понимали, у меня в Донэш-Анерте настройках стоит на 5% звук. На 5, блядь, процентов. Блядь, как можно так вообще нахуярить? Ты вообще ёбнутый там, блядь. Ты ЕГЭ сдавал? Да, сдавал. ЕГЭ это хуйня. ОГЭ тем более. Кто не сдал ОГЭ, тот долбёб. И типа, ну можете не говорить вообще ничего. Ну реально, ОГЭ это тест на ебаната. Если ты прям вообще долбёб, которого, ну, нет шанса выжить в этом мире, то ты не сдал ОГЭ. Ну, либо тебе похуй, настолько. Это тут два варианта. Бля, вот как вообще фейсит баланс? У меня два типа 4 КЛ, 3600, 4100, там что-то такое. Один тип 2500 и другой тип 7 левел вообще нахуй. Ну как это, блядь? Баланс, 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 баланс. А нахуй мы под лево идем через рампу. Еще ебаны. Гап! Пикает. А где вы все, блядь? На пятерке еще чел. А чё меня кинули? У меня два чела в рампе, нахуй. Меня чел с гапа убивает, блядь, и чел с пятерки. Я один. Блядь, это ебаная, блядь, чтобы я еще раз послушал что-то, нахуй. Чтобы я еще раз эту ебучую бомбу взял, блядь. И был недееспособным, нахуй. На что ЕГЭ сдал? 212 баллов за 3 экзамена. Ой, этот вообще. Ой, блядство, как всегда, я смотрю на игру Counter-Strike, и мне хуево. Ура, наконец-то ты в школе будешь, и стримов не будет. Я не школьник. У меня 10-11 классов образования. Мид смог. Ты чё, ебан? Я настолько охуел, что играем. Чуть ли не сдох. Пачка, да. Гардин убил. Подпушишь бы? Типа от безотходности. Очень хочешь, мужик, не знаю. Бля, шея чешется. Ой, пиздец. Бля, кто-то может сбегать, рукав скинуть? Просто дефолтный. Да, это. Давай, бегом, пойдем рампу ретейк. Ой-ой-ой. Не зря шею чесал, под бой убил. Можем Б дать. Один А прям еще. Бля. Я с тобой. Удивительно. Пойдем, да. Удивительно. Я в аху. Это какая-то из ТикТока? Я сам придумал. Понял. Сегодня стрим до 8 утра. Отлично. Ну, бля, я бы вообще, ну, не против, наверное. Сейчас расскажу вам тему, короче. Тимур, ну прости меня за ультразвук. Я тебя сейчас замучу. Ну, блядь, идти надо, сука. Слева за вайтом. Бля, я пришел последний, вышел первый. Ой, я в ахуе. Спасибо, мама, за 200 рублей. Короче, блядь, вот я не знаю, как у вас, но вот когда вот я перед школой, вот, знаете, вот 31 августа ложишься спать, но тебе вроде похуй на 1 сентября, а вроде, блядь, ты не можешь заснуть нахуй почему-то. И обычно так получалось, то, что я засыпал к 6 утра, блядь. У вас такая же хуйня или, ну, вам поебать? Просто у меня реально такая хуйня каждое 1 сентября было, ну, перед 1 сентября. Гап убил. Давайте сдадимся на 10 на это прикол. О. Так, он стоит авик. О, подождите. Опа, хорош. А чё за пиздец? Почему мы их так ебём вообще без шанса единого? Тимур, тебя заснайпить next? Нет, если ты снайпишь, я оффую стрим и заканчиваю свою карьеру, но. Сочволкер, пошли контента навалим. Бери бизон, пошли митраж. Нихуя ты придумал. Если мы сейчас выебём это после этого раунда. Похуй, похуй, это в ТикТок, пацан. Он забанен. Чикс, чикс, давай, прям в это, в коннектор. Так, первый. Я понял, меня просто хотели забайтить, блядь. Снимай. Контент, блядь. Снимаешь? Да что за... Кстати, я в ахуе. Ладно, расхилимся чуть-чуть. КТ с калашом, КТ с калашом. Смотри, дайте мне да ты... Подожди, блядь. КТ с калашом. А ты где, где? Так в тебя не попадают, ты думаешь, это честно? Это все в 9 лос. По нему просто не попадают, блядь. Мне сейчас одной сносят, ему не регает вообще, нахуй. Бля, пиздец, чтобы вы понимали, это 3000 элла игра. 3000 АВГ лобби. Что с нашими оппонентами? Они вообще Counter-Strike игроки, нет? Что это за смог, блядь? Это просто контактор. Гап. Что? Как я не убил чела в гапе? Чё за хуйня? Я ему прям в еб считал, блядь. Как они репикуют и все дохнут, блядь, да, в этой ситуации. Что ты делай? О, хорош. Блядь, какие они слабые, это пиздец. Они 2 в 5 продают.
Они 2 в 5 продают друг друга нахуй и сливают раунд, блять. 2 в 5. Блять, сдайтесь нахуй уже. Нахуй вы играете, блять. Бля, еле убил. Ладно, ща удивлю. КТ. Блять. Какой он тупой, блять. Он просто на шару начал, стрелял 2 патрона и в меня попал. Я просто за секунду туда подошел. Ну, блять, мне даже пацан, в этой игре не везет, нахуй. Блядство, ебаное, мне даже в этой, сука, игре не везет. Я в ахуе, блять. Последний стрим Storm Online. Ну да, завтра все уже, конец моей карьеры. Конец всего. Чатик, поставьте плюс, у кого, блядь, яйца маленькие. Ты че, ебанут? Че ты сказал? Чат в плюсах будет, смотри. Пошли в ДС вечерком, поплачусь тебе в плечико. Пойдем. Первое сообщение в чате. Пойдем, конечно. Короче, смотри, фишка. Я знаю, мне показывали такую хуйню. Это пиздец, мба. Мы прак играли. На. Ой, блядь, сейчас. Все, обстой, пойдем. Он пушит Савиком. Он дальше идет к тебе. Бля, как я не убил сейчас типа? Я что-то вот сейчас это провафлил. Сейчас согласен. Привет, пап. Что скажешь? 11 лет назад съебал. Что сейчас скажешь? Скайволкер, как жизнь, как все? Я твой отец. Я давно не видел. Кстати, тебе передали то, что негр. Осуждаю, крайне не поддерживаю своего отца, блять. Осуждаю, крайне не поддерживаю данное выражение данного донатера. Я не мог ничего поделать с этим. Со следующего стрима Twitch Support я отключаю такие донаты, чтобы такого казуса больше не происходило. Поэтому извините. Извини, я шараёб. У тебя чел фишки стоит. Ну ты стой, ничего не делай, ничего не делай. У меня чел в рампе, чё вы напиздели мне? А чё там, спина была? Да, 9.5, вы кого там услышали, блядь? Я ему отдал первый фраг за игру и за вас. Так это фишки, это фишки, это... Он походу фейк, да, накинул там какую-то, блядь, дикойку, блядь, она потопала нахуй. Пиздец, она вообще... Это новая фишка. Изи нубс пишет, 2 фрага сделал. Осуждаю. Блять, осуждаю хуёса нахуй. Осуждаю донатера, блять, просто забаньте его нахуй, хуёса ебаного. Свои несчастные 100 рублей кидает и запретку пишет, блять. Осуждаю, и блять, я не мог скипнуть донат, потому что я был в моменте игровом, блять. Осуждаю, не поддерживаю. Не видел. Убил одного. Бля, ну пьяный. Бля, желтая МБ, слышишь? Убил. Умер. Еще рампа, справа. Еще. Это эйс? Спиздите эйс, спиздите. Твари ебаные. НТ-бот. НТ-бот, ты чмо, блять. Дай дроп, пацан. Где они, блядь? Желтый нету, блядь. Патрон, ты чё? Извини. Нахуй? Ну сам понимаешь, ты заслужил. Куеще заебало CS:GO в доту. Иди на... Ну... Не, ну... Вообще в теории можно. Но пока нет желания. Бля, у меня ребенок плачет. Ну не мой, за окном какой-то рандомный. Кстати, мне сказал чел какой-то, донатил, то, что если я набью больше, чем Фил Пейн, он мне 5000 закинет. Давай ты сейчас сделаешь 0 фрагов, и я тебе 500 давай, рублей давай, скину. Давай, вообще без боя. Давай. Ну только если он скинет мне, конечно, 5000. Я тебе в личку, добавь мне в личку, я тебе напишу номер телефона, по номеру скинешь. Я тебя в стиме добавлю, короче. Блин, я тоже хочу дружить с тобой в стиме, добавь меня тоже, друзья. Все, тихо. Самара мафия. Самара. Мне страшно, тут? Блядь. Самара в чате тут. Сейчас там 5 человек напишет что-нибудь. Привет, Тимур. Это опять Ксюша, которую ты послал тогда. Как у тебя дело? Можно скажу, что я сейчас в стриме. Ксюша, иди нахуй. Не позорь имя моей мамы такими донатами, блядь. Ксюша священное имя, потому что так зовут мою маму. Так? Нахуй ты это пишешь, что? Как тебе мой стим так? Ну, неплохой, сексуальный такой. Но когда ты, ну, когда такой тег видишь, сложно сконцентрироваться на игре, понимаешь? У тебя встал хуй? Бля, у тебя, сука, костюм пиздец смешной. Почему ты водолаз, блядь? Иди нахуй. Блядь, нахуй не тайм-ауты берут, блядь, что да это? Да они банят типа, блядь, ты не понимаешь, что ли, на первый раз на фасухе, что ли? Да мне вообще похуй на них. Они все слабые.
Я бы их закрытыми глазами выиграл. Слушай, вот это оружие уважаешь? Не, я уважаю вот это. Это сигнатурка моя. У тебя мать Ксюша, да, и что? Все, не получишь ты денег, дай 5000. Пизда всем, кто сейчас будет. Так ты тоже нихуя не получишь. Да мне похуй, я богатый. Ну ладно. В таком случае, блядь, вообще на вопрос. Если меня вырубают с первой, я получаю 500 рублей. Не, мужик, я тебя сейчас удаляю из Стима, и ты нихуя не получаешь. Да не, короче, я тебе сейчас покажу, что делать с такими хуйосами надо. Ебашь его. Две оружия берешь и объясняешь, потому что мы не прав. Да, блядь, я его добавил, чтобы нахуй ему 500 рублей скинуть потом, если мне 5000 закинут. Почему у нас с тобой счет одинаковый, блядь? Ну потому что я талант, а ты... У тебя сколько эла? 3600. А, ну у меня почти столько же. Сколько у тебя там, 2200? Нет, у меня 3000. Да, ну нахуй. Я сам в ахуе. А, кстати, если сейчас выиграю, у меня будет рекорд по эла, поэтому давайте выиграем. Реально у тебя на макс эла? Да. Пауза. Иди нахуй. Блюдок, блядь. Нажимайте, блядь. Кто тогда нажал паузу? Нужно писать хочется. Сука, возьмите паузу, блядь. А вот эти два типа, они вообще разговаривали? Я просто не помню. Я тоже не помню. Парни, у вас микрофоны есть? Какие парни, ты не видишь, блядь, скин, дурак? Ты чё, блядь? И чё, у меня тоже женщина. У тебя? Или нет? Я не знаю. Слушай, ну я обеспечил себе победу. Это ещё не победа, сейчас мы пройдём раунд, и я уже там айс. Блядь, ну хуёвая позиция, да? Бля, ультра хуйня. Один? Я съебываю. Ну бля, ну придите на фитте. Нахуя мне фраг? Все, ты должен меня добавить. Ладно, если я сберет, сейчас убью, сейчас его точно добавлю. Да ты охуенно придумываешь свои правила. Нахуй, чикс. Я жду деньги. Какие деньги нахуй? У меня, кстати, 60 хс рейд, я вам говорю, я начал лучше стрелять. Мне ДМ и КЗшки пошли на пользу, блядь. Я теперь один из сильнейших игроков. А прикиньте, что будет, когда будет зима. Вы прикинули? Блядь, я вам говорю. Это будет перестановка сил на фейсите, нахуй. Топ-1 фейсита, вся вот эта хуйня будет перестановочка.